Приветствую вас на канале PC for User, и это видео будет о том, сколько потребляет ферма с 5 видеокарт интернет-трафика. Значит, смотрите, у меня сейчас стоит Wi-Fi приемничек, и у меня работает все это от Wi-Fi, то есть трафик у меня безлимитный, но давайте разберемся. Здесь в статистике график трафика, давайте нажимаем показать и выбираем за последние 24 часа. Я вот поставил и выбрал, и мы можем видеть, что наша ферма принимает 8 мегабайт и 2 и отправляет 6.1. Остальное это уже у нас система. Система у нас потребляет, я считал, приблизительно 60 мегабайт вместе. С этим всем, все вместе, у меня получилось приблизительно 60 мегабайт. Ну вот и все, наша ферма потребляет приблизительно 15, даже так, даже округлим 15 мегабайт в сутки. Так что, ребята, если вам данное видео было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Да, и напоминаю, что ферма у меня с 5 видеокарт. И майню я эфир плюс декрет. То есть это тоже играет большую роль. А на этом все.